Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Я рада вас снова приветствовать на нашем канале. И в первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии, кто поддерживает меня. Для меня это действительно важно и ценно. Вот. И я буду очень вам признательна, если в комментариях к данному видео вы напишите свои пожелания, какие бы мастер-классы вы хотели видеть в моем исполнении. Сейчас в сети огромное количество мастер-классов, мне кажется, снимается каждый день не десяток, а сотни. И поэтому хотелось бы не повторяться, а снимать действительно нужные, полезные видео. Сегодня мы с вами будем вышивать бутонную розу. И сделаем это 8, максимум 10 стежков. Надеюсь, у нас у всех получится. Ну что, приготовили ленточки и иголочки. И начнем. Так, для работы нам понадобится, конечно, ткань пяльцев. Лента 25 мм. Иголочки для вышивки лентами, зажигалку, ножницы, исчезающий маркер или карандаш, у меня карандаш. Затем понадобится иголка с ниткой в тон ленте, для того, чтобы сделать скрученную розу для серединки. Но я уже ее подготовила заранее, чтобы не терять времени. Приступим. Для наглядности я буду сначала рисовать, показывать вам на листе бумаги, затем это будем уже вышивать. Размер розы. Роза будет небольшая, примерно, я вам сейчас размеры ее скажу. Ширина нашей розы примерно 5 сантиметров будет, высота нашей розы примерно 6 сантиметров. Все это условно, конечно. Ну, вот возьмем для начала такие размеры. Значит, сейчас нам нужно вышить два задних верхних лепестка. Они будут располагаться у нас так. Иголку мы будем вводить снизу. Вот, разделили наш овал по горизонтали пополам и по вертикали пополам. Иголку вводим вот примерно сантиметр от средней линии. Все это так настолько условно, что не обязательно выполнять все прямо вот по миллиметрам считать. Все это условно. Так, ну, нарисовали наш овал. Разделили пополам. Здесь пополам. И вдеваем ленту в иголку. Один срез у нас по косой. Узелок я не делаю. Кончик вот так вот соединили. Его зажигалка припаяли. Вот. Делим нашу ленту. Иголочку. Вот. Значит, сейчас вот снизу выводим нашу ленту на лицо. Вот здесь, когда вы вводите ленточку, вот подставьте пальчик, потяните и сформируйте вот такое вот углубление, выемку, чтобы у нас лента красиво лежала. Дальше мы уводим ленту на изнаночную сторону. Вот пополам разделили, да, наш овал. Примерно сантиметра полтора, если по окружности идти, сантиметра полтора с левой стороны. Уводим на изнанку. Вот она. Здесь плохо видно. Убили. Вот здесь тянем то за один край ленты, то за другой край ленты. Я уже это показывала на своих предыдущих видео. Технология такая же. Зеркально делаем второй лепесток, только начинаем уже сверху. Здесь полтора сантиметра в другую сторону, в правую сторону.
слегка подкручивая ленту, вводим. И вот здесь вот тоже, когда вы вводите ленту, смотрите, не оставался длинный кусок ленты. Ее вытягивайте осторожно, чтобы не утянуть предыдущий стежок. Вытянули, пальчик поставили, сформировали красивый край лепестка верхний. И ввели вниз. Можно, конечно, рядом сделать эти стежки, можно чуть подальше. От этого ничего не изменится. Вот. Мы с вами вышли два лепестка. Надеюсь, видно. Попробуем включить свет. Вот так, по-моему, хуже. Так, ну вот, вышли наши два лепестка. Поставили в подъем. Значит, теперь нам необходимо взять нашу крученую розу. Я ставила крученую розу два таких хвостика. Я их сейчас введу вдруг в запасной блок. Буквально вот так вот. И между вот этими лепестками внизу выведу эти хвостики наизнанку. Уведу. Здесь вот, смотрите, вот эту ленточку уберите, чтобы нам случайно не утянуть наши с вами лепестки. Вот, смотрите, здесь тоже нужно. Ой, вот видите? Утянула. Так. Тянем, поправляем, укладываем в нашу серединку. Красиво. Находим красивый ракурс. Нижние лепестки тоже поправляйте под вот этой серединкой. Вот иголку с ниткой я не отрывала. Теперь смотрите, не пришейте нашу ленту, которую мы вышиваем. Смотрите. Буквально несколькими стежками прихватим низ нашего бутончика, нашей серединки. Вот эти хвостики можно отрезать. Они нам не нужны. Буквально ставим сантиметр, пол сантиметра. Иголочку запасную убрали. Можем еще закрепить за заднюю стенку, нашей крученой розы. Вот в этом месте. Отогнули. И закрепили. Нижние лепесточки поправляйте, чтобы вы их красиво уложите, потому что мы через них прошиваем. Закрепили. Ну, буквально одним стежком, да, мы в верхней части закрепили. Иголку с ниткой нам не понадобится больше. Теперь выводим иголку с лентой в нижней части, чуть правее, буквально вот, чуть даже получается под первым проколом. Вывели. И вот здесь такой момент. Здесь, когда вы вытягиваете ленту, поставьте пальчик, чтобы у вас он обнимал, лента обнимала пальчик. Нужно его красиво вытянуть, чтобы вот образовался вот такой вот карманчик. Карманчик, который
у нас будет вот красиво лента, чтобы обнимала наши предыдущие лепестки. Этот лепесток даже можно приподнять и вот так вот его подогнуть, чтобы он у нас красиво лежал. Уложи красиво. Теперь иголку вводим вот чуть ниже нашего места прокола верхнего лепестка. Вот чуть ниже. Буквально пол сантиметра. Вот эти все размеры настолько условные, что каждый раз получается по-разному розы. И каждый раз не надо линейкой мерить. Вот смотрите. Вот мы красиво уже уложили у нас лепесток. Как нам понравилось. Лег лепесток. Так мы его и формируем. Значит, вот, можете посмотреть, уложить, еще раз потянуть, вытянуть ленточку. Я вышиваю, мне так не очень удобно на камеру. Тянем то за один край ленты, то за другой край ленты. Вот здесь вот. Нравится мне. Она как-то завернулась некрасиво. Вот я ее хочу обратно вытянуть. Здесь я добиваюсь того, чтобы вот внутренний край ленты, он прилегал к ткани, чтобы не было большого зазора. А здесь сделать красивый отворот. Теперь следующий лепесток мы делаем. Вот давайте я вам на бумаге покажу. Вот смотрите, вот мы здесь, у нас был прокол иголкой. Вот эти два лепестка, да? Мы на пол сантиметра вот сейчас вывели. Здесь вот отсюда сюда провели ленту. Теперь у нас получается с вами лента здесь. Снова буквально вот идем по этому лепестку посередине. Выводим иголку на лицевую сторону. Вот у нас. Вывели. Даже не половинка, а чуть меньше половинки с верхней стороны вывели. Здесь тоже смотрим. Слишком не тянем, чтобы не утянуть предыдущий стежок. Вытянули, уложили красиво ленту, от себя сделали отворот. Уложили ленточку нашу. И теперь увели с другой стороны нашего лепестка. Вот здесь. Лепесточек чуть-чуть подвернули. И примерно на середине тоже лепестка увели нашу ленту на изнаночную сторону. Здесь тоже формируете красивую складочку. Не торопитесь. Каждому лепестку уделяйте столько внимания, пока вам не понравится результат. Вот, смотрите. Здесь увели, здесь вывели. Переключены прямой стежок. Теперь зеркально нам нужно сделать второй стежок. Начинаем снизу, с нижней части. Вот. Право снизу втыкаем иголку. Выводим иголку на лицевую сторону. Смотрите, тут не утяните наш предыдущий. Здесь опять же нужно сформировать красивую такую ложбинку.
чтобы у нас лепесток обнимал нашу низ цветка. Если вам не нравится результат обратно, то здесь надо быть аккуратнее, чтобы не утянуть предыдущий стежок. Вы контролируете вот пальчиком сзади. Смотрите, чтобы у вас лента не оставалось большой конец ленты, большой отрезок ленты, чтобы не утянуть. Вот, значит. Вот мы с вами обняли, да? И теперь сделаем, вот как мы с этой стороны полсантиметра отошли, так же и мы вот здесь вот буквально, ну, сантиметр даже здесь больше сделаем. С верхнего стежка. Тоже. Можете пальчик подставить. И вот здесь тянете то за один край ленты, то за другой край ленты. Чтобы у вас красивый отворот получился. Здесь у меня остался небольшой отрезок ленты. Поэтому я отрезаю. Смотрите, уже с вами получили верхнюю. Мы сделали всего 5 стежков. Осталось 3. Как я вам обещала. Буквально. Еще 3 стежка, и наша роза готова. Теперь у нас я начну снизу, можете начать с краю. Ну, давайте лучше, чтобы вам было понятно, начнем снизу. Теперь нам нужно сделать 3 нижних лепестка, которые уже розочка начала раскрываться. Здесь не попадите в ленту. Смотрите. Ну все, двигаемся близко-близко к нашим предыдущим стежкам, к нашим предыдущим лепестка, чтобы у нас не было между ними расстояний. Вот смотрите, здесь опять я формирую вот эту лодочку и смотрю, как мне уложить эту ленточку, как она у меня ложится. Я вколола, ну вот, получается уже 2 сантиметра, даже 3, наверное, 2,5 ниже нашу ленточку. Тут же красиво сформировала. Здесь уже я сильно не тяну, но сильно не утягиваю ленту. А вставляю вот с вами, видите, какой большой отворот. Сделаем сюда один лепесточек. Начинаем от края. Вводим ее к середине, опять же, близко к предыдущему проколу. Здесь не попадите в ленту, тоже смотрите. Хорошо припаяла хвостик. Так. Эти переходы потом можно покажу, как почекать, чтобы у вас не было таких длинных переходов. Вот, смотрите. Вот так вот. Здесь опять же пальчик поставили, тяните, и он как бы будет самообразовываться лепесток такой вот красивый. Ну и последний лепесточек у нас остался с вами. Сделаем его с этого края, опять же, близко-близко к нашим предыдущим стежкам. Выводим иголку с лентой на лицевую сторону. Вывели. Здесь уже я не ориентируюсь по сантиметру, но так смотрю, чтобы у меня красиво образовался лепесток.
Ну что, отрезаем наш кончик. Припаяем. Вот эти вот кончики можно перетяжки отрезать близко к местам прокола и припаять или пришить. Ну что? Наш бутончик с вами готов. Окончательный, конечно, вид придаст тонировка. Сейчас она кажется плоской, но после тонировки вы увидите, насколько она у вас оживет. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. И у вас все получилось. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, у вас все получилось. Если вам понравился наш мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!